1 июня – это не только первый день лета, но и Международный день защиты детей. По всей стране в честь этого праздника проводятся различные мероприятия и конкурсы для детей. Вольск не стал исключением. Погода выдалась солнечная и теплая. В этот раз праздник в Вольске развернулся сразу на нескольких площадках. В театральном сквере собрались в ярко-красочных костюмах дошколята. В сквере 10-летия октября ребята постарше. Также первый день лета отметили во всех микрорайонах города и детских учреждениях. На торжественное открытие праздника, который начался в центральном сквере, пришли поздравить ребят глава района Виталий Матвеев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ковинская и председатель Совета ветеранов Ольга Шавыкина. Все они пожелали ребятам солнечного лета и хорошего настроения. Замечательная погода, замечательное настроение я вижу у вас. Я думаю, это будет продолжаться все лето, такое настроение, такая погода. Поэтому, ребят, не буду вас долго задерживать. Удачи вам! Хорошего настроения, за лето вырасти обязательно. Защищать детей – это значит помогать им стать настоящими людьми. А вы на этой земле героев растете, и мы верим, что станете настоящими патриотами своей Родины. В этот день все было сделано для детей и ради них. Кроме концертной программы работали игровые площадки, художественные студии. Ребята участвовали в творческих мастер-классах. Рисовали на асфальте красочные рисунки, соревновались в эстафете. Для любителей поэзии работала литературная площадка, где каждый мог прочесть свое любимое стихотворение и познакомиться с книгами на выставке классиков российской провинции. Волонтеры молодежных организаций в этот день, как всегда, помогали организаторам и проводили акции ко Дню защиты детей. В это же время в театральном сквере для воспитанников дошкольных учреждений развернулась игровая программа. Здесь организаторы праздника тоже постарались. Все дошколята были одеты в красочные и яркие костюмы. Они бегали эстафеты, катались на самокатах, играли в дартс. Во всем этом им помогали веселые клоуны. Оксана Бедова, Вадим Кагаличенко, информационный центр «Вольская жизнь».